Они не ведут счет спасенных жизней, потому что это неотъемлемая часть их работы. И комментарии соответствующие, без лишнего пафоса. Коротко и по сути. В ходе несения службы в Эгнинском районе, вблизи поселка Лощины, к нам обратился водитель автомашины Volkswagen Polo, который пояснил, что в салоне его автомашины находится беременная девушка, у которой начались роды. В связи с чем просил оказать помощь в качестве сопровождения до перинатального центра города Энгельса. Не теряя времени, полицейские, включив спецсигналы, устремились к пункту назначения. Следом за ними двигалась иномарка. Опытные инспекторы вели ее за собой по безопасному маршруту, создавая коридор в транспортном потоке. И вот спустя 7 минут кортеж достигает перинатального центра. Благодаря оперативным действиям инспекторов ДПС и профессионализму врачей, роженице была своевременно оказана помощь. Благополучный финал происшествия стал началом уже совсем другой истории – о первых днях жизни крепкого и здорового новорожденного мальчика. Несколько дней спустя счастливую семью на выписке из роддома навестили полицейские, как и положено, с букетом цветов и поздравлениями. Было и коллективное фото для семейного альбома. Отдельную благодарность хочу выделить сотрудникам ДПС, которые помогли нам, провели мою жену, чтобы она успешно доехала до больницы. Огромное спасибо. Ребята. Кто у вас родился? Сын. А у нас родился, внук. Сказать, внук. Внук наш, да, продолжение рода. Так что отдельное спасибо сотрудникам ДПС, что такую проявили, такую, как человеческое отношение, поняли и доставили мою невестку в роддом. Денис Желтов, Андрей Багаев, Расул Ибрагимов, дежурная часть, Саратов.